Эй, как дела? Представляем. Дорогой друг, нажми на паузу, завари ароматный кофе или душистый чай. Тебе понравится. Не забудь нажать на подписку и нажать на колокольчик. Спасибо, друг. Главным критерием попадания в топ-5 является: первое – безопасность, это наличие велошлема; второе – привлекательность контента; третье – возможность, я тоже смогу. Всем привет, с вами семья Неделька, и мы таки едем в большое семейное велопутешествие. Впереди у нас литовская граница, через 500 метров будет, а мы полным составом все 4 недельки едем. Нас очередной раз ждут приключения, наконец-то дождались, что едем всей семьей. Я везу детей и частично вещи. А жена тянет у меня, как этот, как баба фура прет. Красава. Переезжаем белорусско-литовскую границу в районе Друскининкая. Погранпереход Прила. Привет. Все, недельки сытые и довольные, покидают кафе с free Wi-Fi. Тяжело, конечно, уехать, но мы решительны. Настя? Угу. Дайте самого главного участника покажем. Катька, ты довольна? Как тебе в трейлере тюли ехать? Классно! Всем доброе утро! Это новый выпуск нашего приключения. У-ху! Меня зовут Кот. Я Лина. Для тех, кто еще не знает. Офигенная. Даже картошка фри здесь обалденная. Кстати, вот это все вместе стоит 16,55. И это специфическая особенность здесь Нидерландов и Бельгии, что помес, картошка фри вместе с морепродуктами здесь едят очень часто, и это не считается зазорным, что такое фастфуд можно есть с таким типа благородным блюдом. Здесь едят так часто и... Я просто самый популярный путешественник в Марокко. Фурор произвожу. Thank you.
совсем. Вот такая у меня зима в этом году. Аж самому не верится. Кручу, качу по зною вот к этим закорючкам, а именно в город Мирзугу. Это город, место, в общем, где пустыня начинается. И у меня там сегодня вписка. А вот еще интересная информация. Как вы поняли или не поняли, мы заехали на территорию берберов. Это отдельный народ, живущий на севере Африки. У них есть отдельный язык, смотрите. Друзья, всем привет! Меня зовут Саша, это Андрей, и прямо сейчас мы выезжаем в грандиозное путешествие на велосипедах по Альпам из этого гаража. Как всегда. Велосипеды собраны в коробках и в моем Ионике. А вместе с велосипедами там все шмотки, палатки, спальники, карематы. В рюкзаке только пауэрбэнки, какая-то техника, дрон. Все основное, то, что не должно повредиться здесь или то, что нельзя везти в багаже. Например, всякие батареи. Едем в аэропорт, надеюсь, все будет гладко. Идете, а не пожалуйста. Вот это крутота! И вот это крутота! Очень-очень круто! Спустились, и тут не просто озеро, здесь еще и деревушка какая-то. А вода в озере, друзья, она просто нереально бирюзовая, очень красивая. Доброе утро. Хорошо тебе спалось? Тверденько? Ну, тепло? Холодно? На завтрак батончик и курага. Сейчас бы сидели вчера в ресторанчике с утра, кушали колбаску и все остальное. А тут спишь, блин, как бомж на лавочке. Был все-таки слишком сильный ветер и очень-очень холодный дождь. Нам пришлось остановиться здесь на пару часов. В Норвегии и в Швеции очень много брошенных машин, которые уже все. Не знаю, может они их, конечно, продают, но не похоже на то. Есть куча мест таких, где они просто стоят такие брошенные, никому не нужные. Вон мэр стоит, купешечка. На протяжении 6 километров должны встретить оленей и лосей. Оленей мы уже видели, а вот лося пока еще не довелось нормально увидеть. Так где-то в темноте ходил. Холодина такая, эти штаны абсолютно мокрые, но их пришлось одеть, потому что в тонких невозможно будет. Короче, мы вчера намокли, точнее сегодня, 3 часа назад. Ехать было невозможно, очень холодно. Вот мы вот так вот спустились. Я не знаю, куда мы спустились. Озеро, вот Усть-Илимск.